Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рассказал Сергею Полякову, директору Фонда содействия инновациям. Встреча прошла на площадках Питерского экономического форума. Глава региона подчеркнул, в Краснодарском крае много одаренных детей. Их надо поддерживать и давать им возможность для дальнейшего развития. У нас в крае достаточно много очень талантливой, одаренной молодежи. И сегодня ваша задача и наша задача – дать этой молодежи реализоваться в жизни. И вот когда они чувствуют, ощущают поддержку со стороны государства, то, конечно, у них это получается. И вот сегодня мы создаем в крае Центр инноваций и науки для того, чтобы максимально все-таки интегрировать молодых, талантливых ребят в бизнес. Это талантливейшая молодежь, и она рядом. Вот важно увидеть, разглядеть и создать условия, чтобы они в жизни реализовались. Все мы будем этого только богаче. На самом деле вот от региональной власти зависит очень многое. Это очень важно, что когда руководитель региона обращает внимание на инновации, на молодежь, потому что без этого, мне кажется, ни один регион не может нормально развиваться. Тем более, что сейчас и задача поставлена. Фонд уже поддержал кубанские проекты. Более 400 разработок получили гранты на сумму 334 миллиона рублей.